И к другим темам. Сегодня на территории Краснодарского края зарегистрировано 7889 потребителей психотропных средств. Такие цифры были озвучены во время заседания региональной антинаркотической комиссии. Накануне ее участники подвели итоги работы за 11 месяцев. В Анапе за эпизодическое употребление наркотических средств на учете состоит 65 несовершеннолетних. В целом же зафиксировано снижение на 40 человек. С начала года сократилось и количество больных алкоголизмом – почти на 80 человек. Также на заседании подвели итоги профилактической операции «МАК» и рассмотрели примеры взаимодействия с негосударственными общественными организациями и волонтерским движением. В завершении селекторного совещания глава Анапы Юрий Поляков поставил задачу перед службами – усилить профилактику наркомании и табакокурения.